идиоты сбежали через трубы. Да они вообще куча идиотов! Они идиоты! Придурки! Они купят у меня все, что умогут! Я могу заставить их делать все, что угодно. Одинокая работа. Один победитель. 42 лузера. Я таких ем на завтрак. Завтрак? Да, подкрепиться не помешало бы. Нет. Сосредоточиться. Скорость. Быстрее быстрого, скорее скорого. Я молния. Слышит, нужна помощь. Выбраться оттуда. В этот раз я все пойму. Somebody once told me that I'm a bit annoying. I ain't the smartest brute on the shelf. Bear likes to read a lot, and me, I like to fart, and glue and eat fruit to his forehead. Well, the fruits get chopped, but they keep on coming. If a knife shows up, then I get to want it. Not to be mean, I just like a good pun. You like jokes better when your brain goes numb. A little fruit you say to me, well, what's wrong with spending a few seeds? You tell me that I'm annoying, and I tell you that I'm orange. Hey now, you're an apple. You're an apple, you're some lame sauce, so lame, and I'm not trying to troll, but that night really made your head roll. In the kitchen, things can get a bit boring. I'm just trying to have fun while Grandpa's snoring, but Marshmallow looks very chipper, riding by a rainbow on a chocolate chip flipper. Things are looking up, and then they're looking dim. I look to my right, and a hand drops in. Here's a new face, and I'm no longer bored. Cause I know all the fun that's in store. Hey now, you're an apple. Get your fruit on, no game. Hey now, you're an apple. You're some lame sauce, so lame. And I'm not trying to troll, but that night really made your hair grow. Ow! Вот и зашел, как ты говорил.
Ну, проходи, пузырь. Ну, Майк, чё займёмся? Может, писалку сыграем? Ага, вот так совпадение. Ты пришёл сюда ко мне домой, потому что у тебя самого дома нет приставки? Да не, ну вообще-то в доме веселее играть. Ах, вот оно что. Сыграй поскорее, чтобы он ушел. Будет он еще выиграть в моем доме. Лучше создать свою игру, которым я точно не буду проигрывать. Валить надо отсюда! Эй, а где шлифт? Ой, мама! Эй, тебя кто звал? Все рассмотрел. Я, мне просто... Друг! Лимонад, я его заломники. Катись отсюда! Я пытаюсь укатить отсюда 3 дня! Понравилось, что увидел? Нет. Надо прибрать гараж. Просто кошмар какой-то. Что? А вот еда прямо в рот летит! Нет, Винни-Пит, ты должен что-то сказать! Папа! Папа, смотри, я уже почти все съел! Это очень хорошо! Будешь большим и сильным? Да, да, большим и сильным, как ты, папа! Если будешь хорошо работать и заведешь много друзей, я тоже стану знаменитым художником, таким же гением, как мой папа. Лицо счастья доступен каждому. Это правда, папа? Да, сынок. Но это не значит, что нужно трудиться спустя рукава. А я поработал уже как следует. Я могу попробовать худок как следует? Нет, Пит, тебе нельзя есть худок. Собирайся в школу. Не забудь доесть свою кашу. И собирайся. Мать, если я дернул за рычаг, нет, случайно не убьет?
еще здесь насвинячу. Это довольно одинокая работа. Ну вот, персонаж готов, и сама игра была готова. Отлично! Теперь надо будет позвать Пузыря. А нет, он же пришел. Привет, Майк! О, привет, Пузырь! Как у тебя дела? Все очень хорошо! О, Слушай, Пузырь, давай сыграем в приставку. Я уже не хочу приставку. А что? Нафига я доделал? Слушай, ты вот! Выгоси вон отсюда, козлина! А? Блин, ты говоришь так, а? Это тебе! Ты обманул меня! Весь мир так на меня орать! Чего я тебе должен делать, а? Майк, чем мы сейчас не займемся? Давай фильм посмотрим. О, не выходи. Сейчас я это еду понесу. Надо посмотреть что-нибудь. Как и сказалось, все кончилось. Извини, Пузырь, еда закончилась. Нам теперь придется в магазин идти. Ну что? Нет, мы уже близко. О, это тот самый магазин, который мы с Тёнчик Фуком разгромили. А, да, я помню. Для этого американские времена... Слушай, Хэнди Зэд. Надо пойти мимо, чтобы они не заметили нас. Узнал. Ну вот, вот это должно быть. Иди, вот. Мы это и взяли. Слушай, я уже давно не ем эти овощи. Давай лучше возьмем что-нибудь повыднее. Ладно. Не могу. Ну все, мы дома. 3 часа спустя после просмотра фильма. Эх, Мэй, мне очень понравилось. Это самая лучшая вечеринка. О! Что это такое мощь может быть? Может кто-то играется? Нет. И ты дотронулся до него. Эй, куда побежал? Эй, стой! Иди сюда! Эй, куда побежал? Эй, стой! Иди сюда! Чего?
Где это за? Это вновь было отвратительно. Какой интересный! Это же вертолет будущего! Неужели будущее наступило? Что же нам ждет в будущем? Вау! Оказывается, это были фонари? Будет очень интересно. Эх, лететь бы. Может, я больше полечу. Если я постучу по этому вертолету, будет ли? Вот тут какая-то дверка непонятная. Ой! Сейчас кто-то выйдет. Если что, надеюсь, я не опасный. Опа! Это такие ебаничные! Thank you.
Ненавижу. Мэм, у меня к тебе дело. Какое? Мне на улице учитель понравилась эта девочка с моими хвостиками. Я боюсь не подойти. Что делать? Сынок, я долго ждал, когда ты меня об этом спросишь, чтобы рассказать тебе историю. Слушай, когда я был молодым, горячим, я встретил твою маму. Я сказал маме, я влюбился. Подаюсь. Чего тебе надо? А? Вот. Пошел вон. Что она сказала? И я сказал ей, а вашей маме я не нужен. Юзи, бабушка, дедушка, жених не нужен? Ты вообще что ли? Я сказал ей, может подружимся? Может подружимся, а? Ладно. Козёл. Так, так, лапай, опять полу не помыл. Козёл. Да сейчас помою. Ты как с ней познакомился? Ну, в общем, я познакомился с ней в школе. Хочешь, я покажу фотографию? Давай. Вот. О. Это ты что, в молоде выглядел? Да, это я в молоде выглядел. Чё-то я свою маму не помню. А, боже. Мне придется огорчить тебя. Почему? Ну да, ты умели ее, когда тебе был один годик. И она погибла. Зато я знаю школу, покажу. Что? Вот. Это обычный берег. Ну да. Вот гляди, посмотри на тебя. Она в тебе живет. А теперь посмотри на небо. Сир, я считаю, ты должен быть достойным пузырем. Да, мама, не понимаю. Ты должен найти свою жену. Да, я газгискую найду. Сэр. Вспомни, кто ты. Мама, я буду скучать по тебе. Иначе. Я хочу с ней подружиться. Так куда намылся? Я хочу с ней подружиться. О, это неплохое дело. Надеюсь, она хорошая. Уверен, буду. Иду к тебе, крошка. Ясно, какая она будет, не знаю.
Вы кто? Представьтесь сначала. Хобби какое у вас? Меня звать Сид Полинг, но ты можешь назвать меня Пузырем. Ага, Пузырь, продолжай. Мне 14 лет, в 11 сентябре мне исполнится 15 лет. Ага, угадал. Моя профессия... Репортаж новостей. Ясно. А меня звать Ева Уэйкман. Ева. 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 Ева? Сорвяна. Кстати, Ева, пойдем домой. Я тебе такой покажу. А ты знаешь дорогу? Да. Могу подвезти? Ева, кстати, у меня есть литр. Можешь покажу? Давай. Вот они мои ряды. Давай. Да. Это на вкус как пепси. Да просто безумно вкуснотища. Да уж. Ну уже смотри. Вот я здесь живу. А это что не стоит? Это домовой наш. Да, Пузырь, у тебя вообще красиво. И твой кот тоже красивый. Мяу. Взгляни на это страшилище. Это страшно, да? Да, совсем страшно. Страшнее, чем мой отец. Вообще пьяный. Ясно. Сейчас я хочу сказать тебе, что это у тебя на ногах? Это браслеты, которые могут надеть на ноги. И еще с помощью них можно летать. Вот, смотри. Ого, я тоже так хочу попробовать. Сейчас, подожди-ка. Вот, надевай. И как ты это делаешь? Вот, смотри, немного приподними иглу и немного давления на носок ноги. Камбо! А кстати, ты неплохой парень. Спасибо. Только не плачь. Ладно. Опа! Пузырь, это твоя комната, да? Да, это моя комната. А чё, неплохо здесь? Вау! Какая рыба красивая! Мощная! Какая фотография красивая! Ты имел в виду вот это, да? Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Ладно, вот то самое место, в котором я работаю! По выходным, наверное! Или я после школы работаю! Вау! Ева, только не пови эту градину, пожалуйста, хорошо? Да я не порву её, честно. Вроде повезло. Ой, Ева, я тебе... Что? Что? Я тебе кое-что... Давай, говори! Я тебе... Ладно, слушай. Короче, ладно, меня преследует крайне агрессивный психопат. Его зовут Шелдон Джей Питт! Воу! Интересное имя. А как он выглядел? Да. Питт-то страшноватый. Шелдон Питт твой враг.
Я всегда с тобой рядом. Например, если тебя схватит этот Шелдон, я приду за тобой. Я дам этому Питу удар. Спасибо, Ева. Теперь у меня есть помощник. И в том-то и дело. Ото, ложись спать. Уже 10 часов. А тебе завтра, наверное, в школу идти, верно? Конечно. Ну вот. А я... Что я? А я сегодня не буду спать. Я сегодня буду гулять на улице ночью. Как ты знаешь, я люблю ночь. Стоп. Ночью должны все спать. Ты тоже должен спать? Ну, типа того. Но я иногда не сплю. Ха. Ну ладно, я тогда пошла. Это вот... Постой, я тебе хочу сказать... Подъезд пока ночи, я полетела. Эй, ты куда? Свет угодить, окно закрыть. Каеба. Придется закрыть окно и выключить свет. Я буду вместо нее твоя.
Черт, куда я не полезу? Чем тут воняет-то? Алло, сегодня я на свалке нашел какого-то странного робота. Слушай, Джей, а вид у этого робота гораздо грозный. Может, вытянешь его обратно? Ну, он на самом деле и не живой. Не, серьезно, Джей, давай выкидывай этого монстра. Иначе он проснется через 50 секунд. Он даже может прикончить тебя. Да не, нормальный робот, он выглядит совсем не опасно. Вот же, этот монстр проснулся. И почему ты такой умный? Алло? 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 Джей, мне тебя не слышно. О. Алло? Так, ну чё там? Справился? О, да, еле отбился. Чуть не прикончил меня. Вот ты молодец. А теперь бери своего монстра и вытяни его обратно по майку. Сейчас? Сейчас. Ого, вот это чердак. Просто красиво. Ого, 9 часов в школу. А я еще не записала школу, в которой учится. Почему ты не уходишь? Я уже давно тебя жду. О! Кажется, я знаю, чья это идея. Ну что, мальчик, готов попрощаться со своей жизнью? Последнее слово. Ну, не стесняйся. И ты здесь учишься? Да.
Ого, интересная. Да. Да, это очень интересно. Ева, а еще лучше всего я познакомлю тебя с моим лучшим другом. Его зовут Майк. Майк? Интересное имя. Вот он. Что-то Майк у тебя странный. Неужели он правда хочет меня напугать? Ева, знакомься. Это мой лучший друг Майк. Привет. Привет. Я Ева Уэйкман из семьи Уэйкманов. Я девочка 16 лет. А я Майк Вазовский из семьи Вазовских. И мне 14 лет. А кстати, Майк, это не твое? Все раскромсал. Это не потому, что Майк очень любит селедку. Да, я ее очень люблю. Кстати, Ева, я тебе сейчас такое покажу. Давай. Да, здесь вот рыбинушку. Люблю тебя. Эй. Я ем грязь. Вот, это еще одна моя любимая еда. Пузырь, приготовься к истории. Хорошо. О, Пузырь, как у тебя дела, а? Да, без меня идти нормально. Круто. Сегодня придет новенькая. Ее зовут Ева Уэйкман. О, как раз я с ней вчера познакомился. Она была такая классная. Круто. А теперь иди на урок. Хорошо. Только мне надо позвать Майка и Еву. Сейчас я быстро. Хороший. Даже получше Майка. Он вообще идиот. Знаешь, вкус бывает очень разный. Важен минеральный состав грязи. Я легко определяю, где копали черных жуков. На солнечном личина Вонского никогда там не было дождя. Мэй, Ева, подумок. О, точно, про школу. Ну, вообще, вот коридор. Вот одевалка. А еще что там есть? Вот, смотри, наши туалеты. Мужской, учительский. И женский. Поразительно. А еще самая лучшая Ева. То, что директор вынимает уже. Помог для кого был? Ну, так же директор сказал, что уже давно за мной подведел. И нам уже точно подумок. Извините за опоздание, Майк. Ну ладно. Для новеньких обращения. Я Гуджуб. Я преподаю историю. Также я еще работаю археологом. Я смог прокопать череп динозавра. Вот, посмотрите, какой он красивый. А что, хороший? Да. Да, он реально очень хороший. Также же я вам в прошлой неделе скидывал вам информацию ВКонтакте, что скоро мы будем писать годовую контрольную работу. Чёрт, тихо пропал! Я забыл подготовиться! Если слушай, я тоже забыл. Если ты получит 2 в году. Эй, Лазай, я за один сказал. Ученик будет все лето ходить в школу. Вот я вам все это вот и сказал. А теперь вот... А можно пойду в туалет папочке звонить? Можно. Прошу в туалет папочке звонить. Кстати, привет, Жанна. Привет. Эй!
Интересно, чем сейчас Майк занимается? Возможно, он пошел в ванную, в которой купается еще директор, и он собирается разозлить его. Серьезно? Да. Что? Да. Итак, директор должен принести журнал, которому можно выставлять оценки. Ну, директор зайдет сейчас. Он сказал. Он зайдет сейчас. Проклятие, сейчас гляну. Нету? Он что, заболел, что ли? А нет, да, я же его сегодня утром видел. Придется мне самому сходить за журналом. И сейчас Мэг сделает еще смешнее. Это Рокки Штанда. Так, ну и в общем, я уже собираюсь рассказать вам. Эй, дядя! Помоги мне те трусы! Пак! Всё, Майк, садись за парту! Хорошо! Ты и так уже размешил весь класс! Ладно! И сейчас я собираюсь... Кто сейчас выкрикнул? А? Простите, какой сейчас урок, а? Математика! Найду его! Майк, хватит! Это уже не смешно! Майк, на самом деле уже реально смешно. И качай это. Школа горит! Ну вот, я так и знала, что случится пожар. Кремль! Нет, контрольной работы! Мы же еще не начали делать, я уже сгорела!
Так, все живы, да? Спасибо, бычок. Что? Что с тобой случилось, бычок? Почему ты весь голый? Долгая история. Мать, ты что сейчас сделал? Чё, ты хотел совать нам контрольную? Ничего, завтра она тоже будет. И еще, Майк, ты жалкий неудачник. Ты думаешь, что ты самый крутой, а? Да, ты не крутой, ты неудачник. Что? Я! Еще самый худший, Майк. Я хочу тебе кое-что сказать. Завтра, Майк, с родителями в школу! А теперь быстро извини перед директором! Прости меня. Ау! 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 Пожалуйста, не надо! Озей, ты уверен, что Майк пережит эту боль? Не уверен. Давай, давай бы, чтоб завтра родителей в школу привез. Почему не ты едины? Майк, ты что здесь устроил-то? Я вообще не поняла. Понимаешь, из-за веса директора лестницы ломаются. Понимаешь? Да, этот директор вообще весит 200 кг. Представляешь, что произошло, Ева? Я совершил такое. И после этого... Завтра родители в школу вызывают. Да, надо было подготовиться. Да, это смешно было. Да, реально. Это было реально смешно. Запомнится для видео на память. Кстати, здесь есть футбольное поле. Ага. Так. Пузырь, хочешь быстро побежать? О, всегда хотел. Как раз таки я хочу, чтобы моя мечта это сбылась. Ну, так она сегодня сбудется. Только для начала надо снять одежду. Да, я тоже сейчас сниму. Давай, снимай. Вы правы. Пора снять с себя эту чертовщину. Леди и джентльмены, сейчас мы будем проводить небольшой челлендж, в котором Пузырь побежит. В котором Пузырь побежит с максимальной скоростью. Давай. Вперёд, Пузырь! Ты же Соник! Надо бежать, Майк! Пузырь! Не волнуйтесь, мистер! С вами все нормально будет! Как же задавиться? Не волнуйся, Пузырь, он спасет тебя! Скорость. Я... скорость. Пузырь. Ты сбил одного пузыря. Я разбился. Жесть. Скоро Пузырь придет в себя.
Да, ну, в общем, здесь будет стоять мой дом. Жить каримбы! Ну все, короче, я уже включаю этот дом. Вау! Круто! Я тебе хочу туда зайти. Ух ты! Это как в компьютерной игре! Да, но только вот в мою комнату нужно ходить, и как в старой компьютерной игре. Пи-па-па-па-па-па-па-па. Ай, как больно. Ай, как больно. Ай, как больно. Понятно, Ева. Ну, в общем, я пошел дальше смотреть. Хорошо. Вау, круто! Кто такой? Мама, знакомься. Это мой новый лучший друг по имени Пузырь. Здрасте. И мой лучший друг Майк. Здрасте. Ой, а где туалет? Найти не могу. А вот это Чак Уэйкман. Мой отец. И вот это, который со шлемом? Да, это тот самый. Всегда простужен, много пьет, постоянно чихает. От этого даже стены ломаются. Кэмбэ. Вот так, батя. А, кстати, у меня есть еще и сестры. Я могу тебя познакомить. Хочешь? О, не будет. Вот мои сестры. Всем привет. Ева, кто это? Это мой новый лучший друг Узей. И Майк. Ах, да, и Майк. Крутые у тебя друзья, сестра. Да, я согласна. Лиза, может ты что-нибудь скажешь? Надо же, какая серьёзная! Жуть какой-то! Так, ребята, сейчас я вам еще что-то покажу. А что это за дверь? Сейчас вы узнаете, что это. Вот, смотрите. Что это за метель-то? Сейчас январь, а метелей у нас нет. Это очень странно. Ну да, потому что это балкон, а в балконе есть метель. Ой! О, тут еще одна дверь. Мне нужно тут что-то согреться, я сейчас замерзну. Кто, как тебя звать? Пузырь. Пузырь? А почему тебя так зовут? Ну, не знаю, это меня так назвали. Ну, мое настоящее имя это Сид Польник. Понятно. Дедушка, привет. Знакомься, мой друг Пузырь и мой друг Майк. Привет. Представляете, мой сын никак не может вылечиться. Это он про Чака Уэйкмана? Да. Надо же, сколько же здесь интересного. Каламба, какой интересный памятник! Пузырь, представляешь, я тут нашел сундук. Там костюмы лежат. Угу. Надо их примерить. Да, девушка, ну в общем, с Пузырем я вчера познакомилась. И честно говоря, хочу признаться,
Я влюбилась в него. Джош, смотри! Я на ноде Сильвер! Ой! А я слепой пью! Честно говоря, я хочу сказать, мое полное имя Ева Сильвер Уэйкман. Серьезно? Там, кстати, был такой персонаж Джон Сильвер из Острова Сокровищ. А, ну да. Я знаю этого персонажа. И, кстати, я хочу сказать, что я очень сильно любила в детстве читать эту книгу. О, я тоже любил. Да, я тоже любил. Ну, это понятно. Ну, кому печенье? Не. 5 часов спустя. Ого, это было так интересно. Да. Ой, ко мне же сегодня папа приедет. Что же я ему скажу? Скажи, что ничего не было. Ведь учитель Гужуп пришлет видео, как я выкобенивался. Мне конец. Да. Лучше бы вы подготовились. Да, нам вообще лень было. Это так было. Кстати, пока папы нет, я могу показать свой шкаф-телепорт. Ты че, умеешь телепортироваться? Да, умею. Я вам сейчас это покажу. Ну вот, сейчас будем телепортироваться. Ну вот, он уже кто-то телепортился. Ага, ну да, знаю, чудес не бывает, это точно. Ну он реально телепортировался. Ага, сейчас я проверю. Если я открою шкаф, то увижу его тело. Где он? Ну, я же тебе говорил. Да, ты был прав. Ева, уже Майк должен возвращаться. Ты должна сейчас закрыть дверь, тогда он вернется. А. Пх. Ну-ка. Пх. Знаете, где я сейчас был? Где? Да, где? Я украл королевскую корону. Я взял ошейник для себя. Надо телефон подвинуть. У Майка точно есть зарядка. Всё, мне каёк. А ты возьми и спрячь зарядку. Ну, например, на улицу. Ведь родители точно не найдут её. А, неплохая идея. Сработало. Привет, малой. О, привет, папа. Ну чё, двоек нет? Да, нету. Вызвав родителей в школу нет? Да, нету. Молодец. За это я дарю тебе 100. Ого, спасибо. Спасибо, что подарил её. Майк, кто это? Это Ева Уэйкман. Я с ней сегодня познакомился. А Ева познакомилась вчера с пузырем. Понятно. А почему у нее рука роботизирована? Ой, я забыл спросить. Потом спрошу у нее. Кстати, малой, у тебя случайно не осталось зарядки? У меня телефон разрядился. К сожалению, у меня нет зарядок. Реально. Понятно. Тогда пойдем учиться водить машину. Давай. Так, ладно, начнем с простого. Что это? Понятно, это машина. А машина это что? А машина это что? Это я!
Пристегнулся? Настроил зеркала. Ключ зажигания. Первая передача. Сцепление. Газ. Машина тронулась, ты поехал, понял? От бинта. Что? Я все понял, пап. Смотри у меня. Так, хорошо, я сейчас схожу домой, попью воды, а ты заведи машину. Именно так, как я тебе объяснил. Ага, хорошо, пап. Так, надо вспомнить, что он говорил. От бинта. Так, ладно, разберемся. Заводись! Ну что ты не завел? Я завожу, она не хочет! Ну, что? Это? Заводись! Ты что по рулю долбишь? Сумасшедший что ли? Понимаешь, да она вообще не заводится! Можно я на бибикалку нажму? Успокоился? Ключ тебе зачем нужен? С помощью него ты можешь завести машину, и она тронется. Трогай! Что? Ты зачем меня трогаешь? Ты сказал трогать! Машину трогай! Что? Зачем ты машину трогаешь? Ты сказал трогать! Трогай, то есть заводи! Ах, я не умею заводить! Все, надоел. Не научишься ты водить. Да, пап, стой! А что я так сделал-то? Ух, Жуля, завтра я должен сказать лекарство от чихания. Не пей больше рома, пожалуйста. Я стараюсь, но ром мне очень нравится. Кстати, Джулия, у меня есть диск и радио. Если я поставлю диск в радио, то заиграет музыка. Вон, поставь. Как раз ли нам нужно сейчас уснуть? Это должно помочь. Чё? Это должно находиться у Евы. А где наша? Алло, подожди, срочно вызывай скорую! А дед уже зарядку подбирает! Подумаешь, класс поджег. С кем не бывает. Где ты? Малой, где ты? Это папа? Показалось. Зачем? Натали! Где мои нормальные тапочки? Что это за издевательство вообще? Неудобно еще. Володь, где ты, спрашиваю?
идет. Далеко не спрячешься, малой. А почему свет включен, ёшкин-матрёшкин? Майк, это ты свет включил? О, Натали, ты проснулась! Ты малого не видела? Майка? Ну, Майка. Что она говорила, если не секрет? Да и чё? Я просто по головке хочу его погладить. Нежно. Да нет, не видел его. Ну ладно, я в туалет. Здесь закрыто. Здесь открыто. Здесь закрыто. Олегу. Здесь открыто. Здравствуйте, вот и я, Мегамозг. Ты что натворил, Мегамозг? Да ничего страшного, мам. Ты что натворил, я тебя спрашиваю? Глаз поджег. С кем не бывает. Мам, ты куда? Ядрит, Мадрид, твою кочерышку. Он еще и правду стрелял. Мать мой мужчиной, отец мой женщиной. Че? Ой. Ха-ха-ха-ха! Так, ладно, пошли домой, мне нужно найти малого. Ну, наконец-то, они ушли! А дверь что, туда лечь? Нет, не полезу туда! Я что? Где? Ой, папа пришел! Крыша его тут? Я ком с миром! Если не отзовелись, я из вас шашлык делаю! Иди, хлебы! Папа, это не я, Божоклад! Это все пузырь! Козел? Думай, Майк, что же ему сказать? Дай-ка бузырь, я же... Заел? Я же не знал, что это, поэтому я заглядел. Погода сегодня хорошая, чел. Не понял. Ах, вот он где. Отец, принеси мне молоток. Ты загадался, все не было. Будет. Погуляй сюда, спрятаться. Нам светит полное. Куда ты? Бежим! Я знаю, что ты здесь, малой. Майк! Я тут такую крутую ветку нашел! Ты когда мне ногами упираться? Да, удобно прямо. Вообще удобно, мягко сказано. Пузырь, будь другом. Убей, пожалуйста, свои грабли с моей башки. Это твоя голова. Сори! Олег, да. Ну сколько можно его искать? Иди домой, здесь разберемся. Малой, хоть сколько будешь от меня прятаться, я тебя все равно найду. Я тебя из-под земли достану. А если я на дереве?
Мэйк, заткнись, заткнись! Все, молчу, все. Показалось. Иду, Наташ! Нет, я вот просто этого не понимаю. Ну вот как можно было вот так убить? Класс! Нас теперь в школу вызывают! Олег, ну что ты разволновался? Пойди подспи лучше. Утро вечера мудренее. Проснешься, все решим. Думаешь? Ну, конечно. У меня вышла идея. Какая? Ну, в общем, слушай, что мы будем делать. Короче, план очень простой. Мы переодеваемся в костюмы старушек. Выбегайте через щель. Эй, Медок, здравствуй. Доброе утречко тебе. Как жизнь, молодая? У меня тоже все нормально. Я из России, живу в Москве. Пришел сообщить дождь. Это не твой сын уничтожил класс. А кто же? Может, это пузырь? Нет, вы что, Олег? Нет, Милок, не пузырь. Он хороший пузырь. А кто тогда? Господь подсказывает мне, что это... Натали... Натали, да? Натали, да? Натали! За идиота меня держите, да? Олег, вы меня не поняли! Это брэк! Это брэк! Это брэк! Ну чего? Спасил меня? Да какой пойдет-то? Он тебя сейчас вырубит! Беги скорей! Да какой беги-то? Я еще не понял! Наконец-таки папа уехал. Юпи! Я выиграл! Ага, молодец. Не знаю, чем мы теперь займемся. А ты знаешь, чем займемся? Я не знаю, чем займемся. Лично я тоже не знаю, чем мы займемся. Хотя, есть предложение от самой Уэйкман. Ты, ничтожество, Питер! Да, я вот в детстве мечтал всем отомстить. И вот мой час настал. Да, и это у тебя получится. Будь ты проклят, Пит. Пока. Ну, надеюсь, все получится. Да, я вышел у меня. А теперь мне пока. И почему я все время падаю? Джей! Эй, Майк! Давай найдем остальных. Давай. Странная ситуация. Мы обнаружили второй подвал. Это вообще какая-то гигантская кухня.
По пути соскочил. Да нет, не думает не прогуляться с тобой. Ты тебе известно? Серьезно? Да, и в новостях говорили о тебе. Тебя все знают. Правда? Прощай, спокойствие. Я по тебе соскучился. И пьёс тебе рос. Ах, ну я тоже без ума от тебя. Давай сделаем то, чего не должны видеть люди. Давай. Подойди, Ева, я по деревам. Что это? Ля-ля-ля, любовь. Ну ты вылеми, мать. Все, я полетел, догоните меня. Ха-ха. Вот такой вот у меня друг. Удай, мать сказал, чтобы его догнали. Это по-твоему догонялки? Не знаю, может поймаем его? Не, запустим свечку. Кьямба! И-ха! Thank you.
hard ride. You pick up a girl, she on the jock. Now we be in the spot. Booty moving weight like she on the fly. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rockin' round. Half black, half white, diamond now. Gang money. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the pool that I'm repping on the rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Every day I'm shuffling. And be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us. Another round, please fill up a cup. Don't mess around, you just wanna see. You shake it out, now you home with me. Shuffling.